Здоровье глаз, дорогие друзья! Профилактика проблем с головным мозгом, деградацией функций мозга, такие как болезни Альцгеймера, вопросы со зрением и остановка имеющихся уже проблем со зрением, а также здоровье кожи, поскольку у нас здесь витамин А, ребята, профилактика сухости кожи. Посмотрите, ваш мегакомплекс для зрения в основном и как бонус для кожи и мозга должен содержать лютеин 25 мг и не меньше в одной таблетке. Витамин А 500 микрограмм и не меньше в одной таблетке. И таких я принимаю каждый день 2. Обязательно, ребята, вы этот комплекс пьете. Комплекс, который содержит лютеин, и комплекс, который содержит витамин А, после и только после еды, насыщенной жирами, потому что лютеин и витамин А – это жирорастворимые витамины, которые усваиваются только на фоне присутствия жиров в вашей диете и в приеме пищи. После еды.